3 июня выпускники 11 классов общеобразовательных школ Абхазии сдавали первый письменный экзамен по родному языку. Тема экзамена в абхазских школах была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выпускники писали изложения по повести Кязыма Агума «Заложники». Перед началом экзамена в присутствии специалистов отдела образования учителя вскрывали конверт с темой. Затем экзаменаторы прочли текст. В течение отведенного времени ученики должны были написать изложение по заданной теме. Присутствовавшие на экзамене специалисты отдела образования района пожелали выпускникам удачи.